Берегиня – это богиня. Это женская богиня. Это оберег дома, семьи, очага. Но мы так назвали себя, потому что мы бережем русскую культуру. У нас идет сохранение русской культуры в традициях, в костюме, в ремеслах. У нас сейчас новый проект совместно с Домом творчества. Мы запускаем обучение кружевам на плетении с инклюзивной группой. Мы не делаем реконструкцию народного костюма. Мы создаем современный костюм с элементами народного. Поскольку у нас в основном пенсионеры, вы сами знаете, бюджет очень ограниченный, мы стали создавать стилизованный костюм на основе имеющегося гардероба. То есть дамы приносят свои изделия, платья, костюмы и так далее. И мы смотрим, что же можно сюда добавить, чтобы придать ему элементы, добавить русского костюма. Мы учимся быть красивыми. Мы учимся себя любить. Мы проходим 8-месячный курс обучающий по программе. Программа у нас уже разработана 4 года назад. У нас уже 4-й сезон занимается. Вот. И после 8 месяцев обучения у нас выпускной вечер, и все участницы выходят на подиум. То есть все дефилируют в своих собственных нарядах. То есть мы не берем наряду какого-то там модного кутюрье. Они сами готовят наряд, они сами себе делают прически. Занятия по культуре речи, по этикету, тренинги психологические по разным темам. Там у нас, ну, в основном на семейные отношения, конечно. Ну и о любви к себе, чтобы мы в нашем возрасте могли уже полюбить себя, да, а не отдаваться, как мы привыкли отдаваться детям, внукам. Вот пришло наше время. У нас не только женщины занимаются, у нас есть мужчины, но их, правда, очень мало. Сейчас их всего 6, но мы хотим, чтобы их было больше. Присоединиться можно только на следующий набор, потому что в мае у нас уже будет выпуск этого набора. В сентябре с этого же года будет открытие уже 5 сезона. И вот на 5 сезон любой желающий может попасть. У нас есть группа ВКонтакте «Студия стиля элегантный возраст». Там есть мой телефон.